Привет всем мои подписчики, смотрите канала, подписывайтесь. Много всяких будет, ну и есть, и будет товаров с Китая. Я делаю чисто распаковку. Обзор я как бы не очень, ну так вот, по словам сделал вам обзор чуть-чуть. Но это распаковка. Обзоры это, смотрите, там больные люди сидят, там все вам прям досконально рассказывают, показывают, полно в интернете есть. Я это делаю распаковку, в принципе, это гарантия, как бы, гарантия качества для китайцев. Если что, они мне по этому видео возвращают деньги. Значит так, смотрите, что у нас пришло. Раз, два, три, четыре предохранителя. Это у нас пришла распределительная коробочка на плюсовые эти. Так, как-то тут он открывается жестко. Значит, вот плюс, провод плюс, вставляете предохранитель, какой вам нужно. Ну и, соответственно, плюс пошел куда-то там. То есть, это распределительная коробочка для, ну, на любую технику, в принципе. Раз, два, три, четыре, можно, допустим, фары дополнительные кинуть, там, USB этот, зарядку и прикуриватель. Ну, то есть, вот я минимальный комплект я взял для своего мода, мне достаточно, я его прикреплю, и все плюсы сюда. Через предохранитель. Предохранители тут, значит, ампер, сколько у них тут? 15, 10, 30 и 20. Но это мне как бы не нужны такие. У меня свои есть. На 7 ампер мне нужно будет. Ну, в общем, такая фигня сделана. Все качество. Никаких зазоров, никаких потеков. То есть все очень приятно. И она такая не очень большая, в принципе, нормальная. Ну, тут, конечно, она будет желательно защитить, если в открытом месте будете ставить. Желательно герметиком будет залить, чтобы уже точно было. То есть провода надел, герметиком позаливал, и вообще будет шикарно. Можно вовнутрь мотоцикл поставить. Ну, посмотрим. Это будет наборчик. Все, всем пока. Смотрите, что будет дальше. Подписывайтесь.